Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое быстрое видео. Только что произошло успешное слияние Goerli с тестовой сетью Эфириума. Это последний шаг на пути к окончательному запуску мерч в основной сети Эфириума. А значит, что переход Эфириума на Proof of Stake состоится уже в следующем месяце. И это уже вызывает большое фома на цене Эфириума, как ты видишь. Но что случится после того, как Эфириум перейдет на рельсы Proof of Stake? Скоро основная сеть Эфириума сольется с Beacon Chain. Это станет точкой, когда Эфириум навсегда попрощается с консенсусом Proof of Work. После этого в сети Эфириума, наконец, заработает не только Proof of Stake, но и шардинг, что означает большую масштабируемость и высокую скорость транзакций. Кроме этого, это приведет к уменьшению потребления электроэнергии эфириумом на 99%. И все это случится уже через месяц. Слияние или мерч, которое произойдет уже через месяц, также даст основу для многих блокчейнов второго уровня, которые помогут эфиру уменьшить комиссии в сеть. Также оно сильно повлияет на чеканку новых монет эфириума, что сделает эфир более привлекательным в глазах инвесторов. 99,9% населения планеты не знает про грядущее слияние и что оно сделает с эфиром. Каждый год объем продавцов на эфириуме падает на 8 миллиардов долларов. Сейчас в год чеканится 4,5 миллиона монет эфира, а после слияния будет создаваться всего 600 тысяч монет. Но далее еще интереснее. Из-за обновления 15.59 для эфириума, эра Proof of Stake приведет к тому, что будет сжигаться больше эфиров, чем чеканится. То есть каждый год предложение эфириума вовсе будет уменьшаться. Все это заставляет эфириум расти даже по отношению к биткоину. Эфир вырос по отношению к битку к самым высоким отметкам с января этого года. И мы видим, что сейчас он подошел к линии сопротивления, которая тянется с мая прошлого года. Если он ее пробьет, то вполне может восстановиться до исторических пиков. Но если не пробьет, то может развернуться вниз. Единственный вопрос, который остается, пробьет ли он эту линию сопротивления. Трейдер CryptoVet пишет вот что. Эфириум против биткоина показывает некоторые бычьи сигналы, но объем, который постоянно снижается, и некоторые другие индикаторы не дают мне много уверенности, что эти сигналы отыграют. Извините. Конечно, новости и спекуляции могут это изменить. Но пока нужно относиться к этому с осторожностью. Этот график выглядит по бычьи, да, но прорывы из таких паттернов должны происходить на повышенных объемах, которых мы сейчас не наблюдаем. Поэтому лучше с этим быть осторожным. Мы уже не раз видели, как перед каким-либо событием криптовалюта росла как на дрожжах, но на самом событии либо не росла, либо даже падала. Так что обуздай свой синдром упущенной выгоды и принимай решения безэмоционально. Может ли эфириум и слияние вырвать криптовалюту из лап медвежьего рынка? Честно говоря, я еще ни разу не видел, чтобы именно эфириум вообще вытаскивал криптовалюту из медвежьего рынка. Это всегда делал биткоин. Если биткоин рухнет, то никакое слияние и эфириум остановить медвежий рынок не смогут. Даже несмотря на то, что слияние является чуть ли не самым большим событием в истории криптовалюты. Поэтому всегда контролируй свои эмоции, всегда знай, зачем ты инвестируешь во что-нибудь. И эти инвестиции не должны быть продиктованы лишь эмоциями. На долгосрочной дистанции я очень верю в эфириум, но покупка вот на таких прыжках цены в преддверии каких-либо событий всегда была, если не самой худшей идеей, то очень рискованной. Так что будь осторожен и жди того, что придет через месяц. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся завтра в новых видео. До скорого!